Здравствуйте, дорогие родственники, друзья, все, кто смотрит канал. Вот дети катаются с катушки с большой. У нас раньше выше, по-моему, делали. Я маленькая была. 2022 год на входе на площадь. Елка стоит, Дед Мороз со Снегурочкой, как обычно. Это наш район и дворец культуры. Ремонт сделали. Еще внутри ремонт, правда, есть. Но снаружи сделали ремонт. Здесь разные кружки танцевальные, певческие, спектакли ставят. Елка, естественно, есть внутри. Там снова Новый год начнется. Елка с 4 числа, 5, а 6 губернаторская будет. Елка. Тут у нас Дед Мороз. И елка, наряженная игрушками, которые дети делали в школе и в разных кружках. Вот такие Дед Мороз со Снегурочкой. Сегодня не ярко, солнышко не светит, поэтому так пасмурно, небо такое облачками белыми и черными закрыто. Катушка для среднего возраста, снежинками украшена, очень красиво. А здесь разные фигурки. Кто-то верит в восточный календарь. Тут фигура у нас тигренка, красивая сделана. Ну, мы будем смотреть, как бы там тоже тигренок. Разные шары, фонарики. Вечером и ночью светятся. Но сейчас днем не зажигают. Много снеговиков разных. Вот месяц украшенный зеленой мишурой. Котик. Елочки разные, сделаны из пакетов, накрученные из... Здесь полосочки такие, из таких полосочек сделана елочка. Клеили разные игрушки. Также вот елочка тоже из голубой мишуры. Она почему-то фиолетовая на экране. Шапочка, колокольчик. Колокольчик тоже еще один. Там высоко мне не показать, приближать пока не научилась. Из перчаток елка. Снова тигренок. Снова снеговик. Здесь у нас что-то типа конфеты, наверное. Венок красивый из мишуры с игрушками. Также звездочка. Разные конфеты. Вот какая длинная конфета. Красивая. Там олени на конфете. Яркая игрушка тоже. Тигренок и голова. Вот тут шишки. Шишки с какими-то конфетками, что ли. Домики разные. Здесь снова снеговик. Вот как сделали Деда Мороза. Посадили в бутылочку. Там соль насыпали. И если потрясти, то там снежок. Здесь бутылку и елочку поставили. А внутри вату положили, ее не потрясешь. Там снежки специальные сделаны. Искусственный снег, кто вот в этой игрушке с Дедом Морозом. А с елочкой только там вата. Вот тигренок желтого цвета. Колокольчики из стаканчиков сделаны. Из одноразовых. Красивая яркая лента на них. И колокольчики из стакашки раскрасили. Получился колокольчик. Фонарик вот такой вот. Тоже из пластиковых стакашек. Просто
фантик, и то красиво. А здесь у нас крыша какая-то, что ли. То не крыша, а шапочка. Или колокольчик, тоже такой колокольчик. Здесь у нас звездочет. Звездочка яркая. Там фонарик тоже вот такой интересный, многослойный, из бумаги сделан. Домики разные висят. Робот. Робот. Снеговички танцуют. Вальс. Тигренок из ниток. Разных. Просто нитки. Как шарик. Такой. Щелкунчик, как без него. Теперь он уже и в нашу российскую жизнь вошел. Щелкунчик в Новый год и Рождество. И снова снеговик. Такой вот из ниток. Тигренок. Снова как фонарик. Также тоже такой фонарик из бутылки. Бутылка покрашена. Внутри птичка висит. Снег. Птичка висит. Не знаю, как называется птичка. Сорока или ворона, кто там. Здесь снова тигренок, снеговик, домик, шарик из ниток. Такой воздушный шарик. Колокольчик снова. Много колокольчиков нынче. И много снеговиков. Также много тигрят. Снежинка красивая. Красивая снежинка, бело-голубая, из бумаги. Колокольчик еще один. И тут два колокольчика разом висят. Красивые, сделаны из... приклеены на бусы. Шарики и орехи грецкие. А здесь тоже... какие-то кофе наклеены, орехи, это кофе и шишечки от ольхи. Красиво. Сделано красиво очень. Вот еще один снеговичок. Просто вырезан. Вот он тут какой снеговичок. Там вот время тоже тигренок такой. Как паровоз стоит здесь. Из дисков очень красивое сделано люстра. И наклеены снежинки, елочки посередине дисков. И стаканчиков одноразовых снеговик. Вот такой большой. Ну, там шары тоже, снеговики, разные колокольчики вверху. И такой вот еще Дед Мороз на шапочке. Это, наверное, тоже тигренок. И это тигренок такой большой уже. Тоже еще один. Шишечки стеклянные. Навешаны разные игрушки, это еще стеклянные, наверное, потому что это дворец культуры, наверное, повесили, или дети тоже сделали. Еще один тигренок с елочкой и красной шапочкой. И также венок повешен. Вот сшитый снеговик из белого шарфа или свитера. Домик. Там фонарики такие яркие, красивые. А здесь вот тоже и из остатков бутылок. И покрашено в золотистую краску, сделан венок. Красиво очень. Вон такие снеговики еще тоже вырезаны. Приклеены ручки. Шапочка красная, шарфик красный. Красиво смотрится. Ну и все, заканчиваю снова этим тигренком. Снеговичок. Снеговичок такой красивый.
год меняется, все тоже. Но игрушки уже с тиграми. Я в прошлом году что-то так стояла. Говорю, красивые игрушки. Лампочки. Все еще цветные. Лампочки те еще, когда мы маленькие были, наверное. И еще это, вот эта афиша, написанная вручную. Меня до такой степени умилило в прошлом году. Я в Инстаграм выложила. Я это написала. Это не прошлый век. Ага, будто бы снимала. Выключено, вот выключено я стоит. Так же. Блогер называется. Вот я это тоже. Как снимать, я нажму стоп. А когда не надо, у меня наоборот записывается. Сейчас всю елку обошла, все игрушки показала. Я вот в прошлом году и только что заметила. Ну еще раз обойдите, погода сегодня хорошая. Да, слава Богу. Что там это в церкви-то? Все живые. Ну кто? Ну это Анна Николаевна только, Лидия Корниловна умерла. Лидия Корниловна, она года три не ходила, наверное, уже дома. Ну, я знаю, это Маша Бутрова умерла, это Владимир Николаевич, знаю. Владимир Андреевич. Андреевич, ну, неважно. Марья же мне звонит, сообщает. Валентина Кетрянова. Накануне-то раньше была Раиса. Раиса Васильевна. Раиса Васильевна. Мы сегодня, будем Раису Васильевну хоронить. Сейчас пойдем, говорит, отпевать будет. Я говорю, ну что ж, Царство Небесное. Хорошо, я ей передам. Ну, Маня наша же чудная. Она же чудная, да. Поэтому говорю, на кладбище, не, я не пойду. Я говорю, ты знаешь, что его будут эту бабку Катину могилу? А, так пойдем посмотрим. Там же рядом как раз у нее этот Славик похоронен. Кстати, Катя-то, вот она ее мужу, тетка родная. Ее муж двоюродный брат маме. Она Маша-то по крови-то никто, а это... Если поразговориться, мы все тут родня. И взять и Москву, сейчас в Москву многие уехали. Челябинск. Анютка идет, говорит, иду, говорит, я по базару. И одна женщина рассказывает, говорит, вот, говорит, ребенка-то взял, уехал, говорит, домой. Я, говорит, про Андрюшкиного друга думаю, наверное, про Виталю говорит. Я говорю, ну точно, Виталя с дочкой были, говорю, в кусе бы их на елке видели. А у этой Тани Сычевой, не знаете, как дела? Ну, она вышла, служит, вышла, мама, работает, а мама дома не приезжает. Я просто, я тут это, во-первых, нет, и во-вторых, даже что-то, если честно, страшно позвонить. Тяжело ей приезжать. Ну, я-то была, она по дому-то, приезжала. По дому-то она двигается, вот. Она сама же, себя она обхаживает. Она же тоже, она родня невестки моего троюродного брата. Вот все и родня. Только же не помним, как, по какой-то... Тетя Катя Пудрина, она с мамой в церковь ходила раньше тоже. Ой, еще мы вот с троюродной сестрой переписывались по одной ветке родня и по другой ветке родня. По одной ветке шестиюродные, по другой ветке пятиюродные. О, шестиюродных я не знаю. У нас тут приехала сюда папина двоюродная сестра. И, ну, в общем, раз не жила, значит, родню, она все к маме, значит, все узнавала. Мама умерла, мы с ней тут вроде как-то нет. Чего тут с першниками? А? Он собаке говорил, чего с першниками тут? Ну, и вот, и это... Ой, блин. И это, а тут она пришла, Наташе-то 3 года было. Она говорит, так я же, говорит, Наташа-то, вот говорит, по матери-то, по своей матери, она моему отцу двоюродная сестра, а ее отцу, нашей Наташе, вот 3 года, которые было, она троюродная сестра. Вот. Так, все и родня, говорю. Да. Все братья, сестры. Вот. Ну, так оно и есть, если раскопаться. Все пошли. От одного яблока. Да. Ага, всего доброго. Всего доброго. С наступающим. У меня есть еще до 2 часов время. А у вас какой телефон? А у вас есть WhatsApp? Есть. Давайте я вам отправлю его. Я сейчас этим Марусям двум открывала. Что отправите? Поздравления с Новым годом. Ну, я редко им пользуюсь WhatsApp, больше вайбером. Ну, я могу и вайбере. Ага. Дети сейчас. В вайбере, потому что... У меня подружка в WhatsApp вайбере. У нас в Израиль только с Толей, вот мой Санин брат, Толя с семьей. Тоже надо написать, пока пересылают. Так интересно, как ты по телефону-то отправишь? По телефону мой 908-09-32-715. 8-908-09-32-715.
Спасибо. Ну, мы же виделись, поздравили друг друга с наступающим. Бог завтра даст, завтра увидимся на службе. Послезавтра. Послезавтра молебен за это на весь год. Я знаю. Благодарственно я на надо это. Контакты завтра вчера затащить. Клавиши. 8-908-09-32-715. Так. Просто это, у меня тут это, Сорокина с бабкой Маней прямо аж растрогались. Так, поиск. Саня проводил, старый год спит пока. Я подумала, пока не сломали, надо снять видео с фотографии. Посмотрите. Нет. С наступающим. С наступающим. Вас тоже благодарю. Вот. Доброго здоровья. Мне очень... Я даже поревела. Самое главное здоровье. Я даже поревела. Да, это здоровье, крепчайшего здоровья. Живите дольше, улыбайтесь чаще, а суетная суета сует. Мир дому вашему. Спасибо. Так, все-таки сняла я, получается. Разговаривали с одной знакомой, разговаривали. А оказывается, я сняла. Оказывается, у меня не выключен видео. Ну вот, снова еще. Катушку покажу. Когда-то и мы на такой катушке катались. Маленькие были, потом на большой. А совсем маленькую не делали для малышей двухлетних. Вот там у нас памятник, участник кам боевых действий посвящается. Голубые ели посадили. Вот такие вот снежинки на катушке вылепили красивые. Вот такая вот коса, красота, коса-краса у Снегурочки. Ну, красиво слепили, он такой подбор, такой волнистый. И шуба у Деда Мороза, такая красивая. И еще раз их покажу, пока не сломали, пока снегом не завалило. Маленькая катушка для самых маленьких, для двухлетних, трехлетних детишек. Здесь, по-моему, тигр сидит такой. Серьезный тигр. Красиво вылепили. Грива такая у него, кудрявая. Здесь медведь белый. С девочкой, которая на спине лежит. У него это из какой сказки? Я что-то не припомню. Это, наверное, Маугли, а не девочка. Маугли, это точно писали же в газете. И волки. Тут вот, значит, из сказки Маугли. Все животные. Волк. Тут тоже похоже волк. Здравствуйте, с наступающим. Это значит из сказки Маугли. Все животные. И тигр, и медведь, и волки. А тут питон. Из какого мультфильма забыла? Не помню, какого мультфильма. 38
попугаев, по-моему. Попугай мерил питона, 38 попугаев. Вот такой лабиринт сделали для ребятишек бегать. И самая большая катушка. Которые уже большие детки катаются, да не очень. Вон, смотрю, и пятилетние катаются. Поздравляю всех с наступающими праздниками еще раз, кто не видел предыдущее видео. С Новым годом и с Рождеством Христовым. И в дому вашему.